Всем привет, дорогие пользователи, подписчики канала. Сейчас я вам покажу ленту, диодную, светодиодную ленту, которую я заказал на AliExpress. Это средний вариант с таким пультом. Тут 40 с чем-то наименований, но скажу сразу, они вам не нужны. Заказывайте дешевле, там на доллара 2 будет вариант с меньшим наименованиями, функциями пульта, потому что я ими практически всеми не пользуюсь, там 1, 2, 3 иногда... Иногда функции я ими пользуюсь, другими нет. Но сейчас покажу, как это все работает. Все приходит без батарейки, поэтому батарейку вам нужно включать. И есть еще дороже на 2 доллара, это если стоит где-то 5 чем-то, то есть 8 чем-то. Там еще все это регулируется с помощью Bluetooth на телефоне, с помощью приложения. Но как хотите, для меня и это много, поэтому берите самую дешевую. И я взял ленту без водозащиты, вы смотрите, как вам угодно. Я решил сэкономить. Итак, как оно работает? Сейчас выключу свет. Включаем. Нужно направлять, очень важно направлять на датчик ИК-порта. Сначала покажу вам функции, видите, да, все, мы решили сделать так, хотя можно было всю кухню облепить, тут вроде бы 5 метров, но мы решили сделать так, и получается налепили несколько линий, вот, раз, два, три линии под этим ящиком. Вот, и закрепили продолжение тут. Это можно подключить еще одну такую же ленту, если вы заказали два мотка сюда и продолжить ее. Ну вот, как-то решили так. Изгибы делаются вот в таком варианте, так правильно, чтобы ничего не испортить. Она на двухстороннем скотче, поэтому она не улетает. Вот, и к порт обязательно его нужно подключить как можно выше, чтобы вам было удобно пультом регулировать, а не где-то внизу опустить. Естественно, пульт, если вы внизу опустите, он может не пробивать и не дотягиваться. Вот. Ничего паять не нужно. Но если вы решите вот обрезать, да, чтобы разделить на несколько точек, то тогда нужно будет паять. Но я не рекомендую. Прям с коробки все берете и устанавливаете. Тут есть, можно понизить, чтобы сделать более романтичную обстановку, понизить яркость. Но сейчас она стоит на какой-то такой функции, где она не понижает. Сейчас мы включим вот такую функцию. И тут мы можем понизить яркость или увеличить. И буквально она светит так, что вам просто не нужно включать свет. С помощью других кнопок вот вы можете менять цвет. Вот эти кнопки регулируют цвета. Что делают эти кнопки, я не знаю. Например, мы включаем этот цвет и нажимаем вниз вверх. Я не знаю, что они делают. Так, Quick. Quick тоже что-то делает из того, что я не знаю. Но что я знаю, это W выставляет вот такой теплый цвет, классный. Потом... Это выставляет синюю подсветку, вы можете ее менять. Вот, сама подсветка горит синим, но вы можете вместо там, где у вас диоды, менять цвет в середине уже диодов. Если вы включаете вот что-то из этих функций, не видно, да? Допустим, зеленую кнопку включил, и вы можете менять сам зеленый цвет. Также здесь есть день первый. Ставится почему-то, как-то она запоминает, что это сначала была включена белая подсветка. Как поставить день второй, день третий, я не знаю. Есть авторежим, то есть он моргает, наверное, вот моими цветами, которые здесь есть. Вот, но это давит немного на глаза. Есть день четвертый. Что оно значит, я не знаю. Это, наверное, можно как-то программировать. Есть флэш, то есть она будет как флэш меняться, но она будет меняться, ага, вот, видим, да? И вот так у вас постоянно моргает. Это значит флэш. Есть Fade 7. Fade 7 это запрограммированная уже функция, которая вот так меняет красиво цвета. Но это в плане, если у вас компьютер сзади стоит, можно поставить Fade 3 свой цвет, Jump 7 свой цвет прыгает, Jump 3. То есть видим, да, ну, бесполезные функции, они вам абсолютно не нужны. Самый такой мягкий это W, белый мягкий цвет. Вы можете уменьшать, можете увеличить яркость цвета. Если он увеличен на максимум, вам лампочка не нужна.
Ну, вот, в принципе, все. Все качественно, все хорошо, все работает.